начинал заниматься в сочинском яхт-клубе на его базе в школе Сдюшор тогда. Мой тренер первый был Дмитрий Полищук. Мне было 12 лет, когда я пришел заниматься, и вот до сих пор этим увлекаюсь. Имею звание мастера спорта России. На самом деле за все это время появилось много хобби, так называемых, хотя очень мало времени, чтобы им уделять. В основном это, конечно, походы в горы, там, зимние активности, катание на сноуборде. Также увлекаюсь гонками на велосипеде по шоссе. Я на базе яхт-клуба «Омега» в Севастополе. Очень хорошая здесь акватория, всевозможные условия, которые позволяют подготовиться, я думаю, и в оптимальном режиме подойти к Олимпийским играм. Я считаю, что хороший выбор города для тренировок и местности. Чувствую себя отлично, в нелегкой борьбе завоевал это право, и сейчас довольно-таки легко готовиться, потому что большой груз он прошел уже, и сейчас получаю удовольствие от каждого дня подготовки, и с нетерпением жду, когда прилечу в Японию и уже буду непосредственно на акватории готовиться и начну соревноваться на своих первых Олимпийских играх.